Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 2. Так. И что это у нас? Давайте посмотрим. Это у нас что? Особое воспоминание. Ладно, к этому нам не надо. Нам надо миссия. Восстановить воспоминания. Хорошо. Давай посмотрим, что такое. Это где-то наверху? Ну, как я понимаю, наверху. Лезем наверх. Заползай. Опа. Опаньки, да, попушеньки. Вот она. Катерина! Катерина Сфорца! А, это мы были. Я знаю, что ты там! Были, у видели. У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы, должно быть, братья Орси. Людовико! И Чекко, к вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам! Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых! Если вдруг передумаешь, что они будут в деревне, за городом! У тебя ровный час! Этого вполне хватит. Я же убийца все-таки. Да и в Хитман мы играли. Катерина, нет! Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми! Никто и никем не жертвует. Верни их мне, Эцио! Си. Си. Положись на меня. Положись на меня. Яблоко меня. Должно остаться в крепости. Охраняй его. Окей, Ина. Принять. Принимаем и уходим. Все, освобождаем ребятенка. А, спасибо детей. Еще. Где шьют такие плащи? А это не... Да. Хрен догонишь, Москва Воронеж. Блин, мне надо с другой стороны было замка там выпрыгивать. Фермо! Это еще и на скорость. Это торговец? Он здесь! Да, я здесь. Я тебя спрошу. Не вижу, ты не уйдешь. Ну уйди. Да блин. Так. Как мне из замка-то выбраться? А вот так и выберемся вот сейчас. Да что ты прыгаешь? Быстрее! Я нашел его! Опа! Быстрее! Не упусти его! Давай. Да, блин, вообще не так. Так. На лошадке бы. Быстрее было бы. Так, мне надо вон к той башне, нет? Ищем. Где могут быть дети? Моё лето! Он здесь? Что? Какая глупость! Их же вам не хватит! Куда? Вот он! Страшна в небе! Давай, еще один. Из рода Шворца! Все такие! Да, мы красивые, но в
Ну давай. Вы же не думаете, что я вас боюсь? Если так, то вы жестоки. Ну, давай, вот так вот. Так, освобождаем. Спасибо, спасибо, мисс сэр. Но мой брат Октавиан, они держат его на маяке. Это я удачно приплыл. Давай. Это очень сложно. Не трогайте меня! Ой. Пока вы там соберетесь. Так. Тихо-тихо, вот сюда. Спокойно. Подожди, подожди, подожди. Подождите. Вот так вот. Время есть. Почикаем их. Я хочу писать, сеньор. Отпустите меня в туалет. Мне нужно пописать. Давай. Давай, еще немножко. Вот так. Как он наверху. Себя как мужчина. Сюда, сюда. Сейчас я тебе дам, мужчина. Я хочу есть. Можно мне чего-нибудь поесть? Можно. Сеньор, накормите меня. Сейчас. Баста, жди. У меня от тебя голова раскалывается. Так. Это последний шанс, Катерина. Или яблоко, или я сломаю мальчишке ноги. Подождите, ломать ноги-то. Я вот только залез. Опаньки. Вот тебе и ноги. Катерина сглупила, отправив тебя сюда. Детей-то. А может, это ты глупец, нельзя. Раз готов умереть за пару монет. Оно того стоило. Благодаря мне господин получит то, что хотел. Тогда умри. Гордость тебе не поможет. Покойся с миром. Ну все. Так, а где ребятенок-то? Вот он. Спасибо, сеньор! Ребятенка спасли. Так. Есть еще особые воспоминания. Ладно, давайте посмотрим, что это за... Особые воспоминания такое может быть. Это что-то я подзабываю. Он на той вышке, что ли? Ну. Давай посмотрим, если на той вышке. Ой-ой-ой. Да, все-таки на вышке, на той. Или где-то там в этих. Подождите, блин, лошадка. Бай, бай, дьямо! Понятно. Слазь. Пешком добежим. Денежки болтаются. Переправочный пункт. Что это за особое воспоминание? Как оно вообще... должно выглядеть. А, подождите, это что-то вроде как с любовью связано-то. Вы уж поняли, что особо воспоминания, уж сами посмотрели по маркеру-то. Так. Что ты встал-то? Залазь.
Подождите, а не здесь ли я сейчас только что дрался-то с ними? Или что, или все вышки на один на один похожи? Так, мне наверх? Или куда? Так, ну я пока не вижу ничего такого. Так. Давай немножечко еще. Ползи. А вон он. Я его вижу. Это особое воспоминание. Карта помощники цели. Я уж сам увидел его. Сейчас хочу только узнать, что за воспоминание такое особое. Это как мини-игра, что ли? Так, нажмите, чтобы слезть с летающей машины. Понятненько. Опа. А что должен сделать здесь? Просто летать. Что ты блин? Ладно. Давайте телепортируемся к основному заданию. Прибыли. Вот у нас задание наше. Что ты здесь делаешь? Почему в крови? Прости, Эцио. Мне так жаль. Что произошло? Это была уловка, чтобы застать нас врасплох. Как только ты ушел, они напали снова. Чекка Орси забрал яблоко. Что? Нет. Где он? Мы прогнали его отсюда, но этому ублюдку удалось бежать в горы. Я иду. Сейчас я его там найду, и я его там покромсаю. Докажу его. Эпидемии чумы. Устроим анальную кару. Так. Сейчас мы будем искать это животное. Пойдем. Где ты? Я иду за тобой. Вот он. Я странно чувствую. Это неплохо. Пожалуйста, ты можешь бежать, а? Спокойно. Тебе здесь не место! Уходи! Да, ну подходи! Попробуй. Ну вот ты! Оба! Так, ну что страшного? Мы тебя сожжем заживо! Дело дано! Да тихо ты! Оу-оу! Говнюков я не пропускаю. Да? Хорошо. Мне просто с вами мучиться неохота. Вот здесь, по-моему, да, у нас битва-то будет решающая. Эй, мышка! Зачем? Зачем это? Тебе не уйти! Он кажется мне знакомым. Куда ты уйдешь? Подожди. Да. В чем дело? Ах да. Ты еще дышишь. Спокойно. Опа. Парни, вспомните, чему я вас учил. Давай. Делайте то, чему я вас учил. Так.
Ну тогда пойдете за мной сейчас. Конечно, сначала твое мужское достоинство. Отсюда буду хреначить. Так. Ой-ой-ой. На. Ну давай. Знаешь, что я тебе сделаю? Да. Вот так легче будет. Вот так справился. Блин, надо было только немножко. Итак. Подсредоточиться. Ты снова забрал наше сокровище. Неужели оно стоит стольких жизней? Такая ценная вещь. Надолго у тебя не задержится. Посмотрим. Посмотрим. Медленно ввел. Сколько зла порождает алчность. Покойся с миром. Вот так вот. И мне еще, да, воткнул перо под ребро. Ну чего, справлюсь. Выживу. Переживу. По идее, это яблоко должно было меня защитить. Стой. Нет. Кто ты? Стой. Не открывай. Вонючий монах. Сколько времени-то прошло, я же щетиной должен там зарасти, если я правильно все помню. Эцио, слава богу, ты жив. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Ну вот. Я не знаю. К счастью, один из моих солдат нашел тебя в горах, рядом с телом Чека Урси. Да, это я помню. Постой, там был третий. Он забрал яблоко. Кто? Он был в черном, будто монах. Кажется, без одного пальца. Да, Катерина, мне немедленно нужно идти. Хорошо. Держи, это тебе пригодится. Давай. Об этой карте говорил Никола, карта твоего мужа. Бывшего мужа Мио Каро. Он клялся, что узнал, где находятся все страницы кодекса. Яблоко ты заберешь, а сокровищницу без карты не найти. Знаешь, неподалеку в низинах есть аббатство. Монахи там ходят в черном. Начни поиски оттуда. Окей, давай, да. Иди. С этого и начнем. Разыщи этого чертова монаха. Кажется, я буду скучать по тебе, Катерина. Конечно, будешь. Забегай. Вот мы и забежим. Так. Нам куда надо бежать? Ага. Ну, через замок, через дверь. Понятно. Так. Опа. Только что лежал с колотой брюшной раны. А теперь вон по домам бегает. Хорошо. Стреляй, если осмелишься. Потом я стрельну. Да твою ж мать! Вот что значит не до конца выздоровел. Ну-ка. Опа. Да опаньки. Я правда не знаю, как вы будете перебираться. Блин, а я нахрена тогда все это делал?
Оп. Вот так вот я могу с места в карьер. Так, аббатство. Ну, попы, держитесь, святые отцы. Хотя я уверен, что брат-то, наверное, не святой отец. Просто переодетый в него. Но тем не менее, все эту черную рясу сейчас. Давай, оббегаем. А вот сюда мне надо. Принять, конечно, принять. Теперь ты заплатишь. Оп. Ну, ты видишь, что я кое-что прирезал. Ты не мог бы помочь мне? Что тебе угодно? Я ищу монаха в черном, у которого не хватает одного пальца на руке. У брата Гвидо нет пальца на ноге. Ты ничего не перепутал? Уверен. Есть еще брат Доминико, но у него не хватает всей левой руки. Нет, я уверен, что не хватало только пальца. Подожди секунду. Да, я видел девятипалого монаха в черном. Да, конечно, на празднике в честь святого Винченцо. Так, я знаю, где это. Поищу там. Спасибо. Иди с миром. Я всегда с миром. Я всегда с миром. А как же? А далеко ли мне придется бежать? Ага, обратно в замок. Обратно в замок, что ж. Давайте. Ворвемся туда опять. Кротовый замок, кротовая нора. Замок белого волка. Будем далеко бежать. Короткий вход-то есть. Чтобы оп, и там. Так, ну по крайней мере, ворота-то здесь. Да уйди ты. По тележке еще не бегал бы. Припустим. Вау. Чем мы можем помочь тебе? Чем вы можете помочь мне? Всем вы можете мне помочь. Так, сначала мы оббежим это сооружение. О! Прости, брат. Вот оно. Не мог бы ты... Демон! Прочь! Прочь! Что случилось? Ты тот, кто убил брата Стефано! Братья! Этот убийца монахов вернулся! Так, я тебе дам сейчас вернуться. Нет, не надо. Что несешь? Я не хочу умирать. Я убиваю только тех, кто убивает других. А твой брат Стефано был убийцей. И я уверен, что ты не из таких. Послушай, я ищу монаха в черном, у которого нет одного пальца. Нет одного пальца, говоришь? Ты имеешь в виду Савонаролу? Савонарола? Кто это? Ты его знаешь? Знал. Он был одним из нас когда-то. А потом? Мы посоветовали ему пожить отшельником. Он с нами не ужился. Боюсь, что его затворничество подошло к концу. Куда он мог отправиться? О, Боже! Санта-Мария-дель-Кармене? Он учился во Флоренции. Возможно, он вернулся туда. Спасибо.
Иди с Богом, брат. Во Флоренцию. Ты меня туда отправляешь, во Флоренцию? Ладно, сходим, посмотрим. Я уже везде там как свой. Эй, Дезмонд, кажется, мне удалось восстановить последовательность. Попробуй открыть ее. Давай. Давай попробую. Так, это какая-то область новая открывается. Полицейская республика. Республиканты, значит. Ну что, итог-то какой? Встреча. Встретимся. Вау, а меня ищут, да? Будь у Пьера десятая часть силы его отца, мы бы не остались без крова. Так, минуточку. А это мы раньше не встречали. Так. Одну минутку. А я не могу так вот сюда телепортироваться? Ну-ка. Вот здесь вот нет такой штуки. Блин, нету. Забавный костюм. Сегодня снова маскарад? Так, что-то я не пойму. Как мне это можно обойти-то? А вот монахи идут, подождите. Может, они и обратно пойдут? А, вот так, наверное, и надо проникать. Вместе с монахами. Хотя мог бы и с боем, конечно. Ну нет. Это вот в Ассасине первом также с монахами. Опа. Ну, прошел. Так, а меня не тут... нужно было позволять этому монаху оставаться. Не любят, значит. Ты посмотри, что он творит. Ой. Прикончи этого пса! Оп. Вот и все. Тебя не уйти! Немедленно! Да как не уйти? Я людям помогаю. Подходите, друзья! Кровопускание – это часть здорового образа. Блин. По крышам, по крышам. Несется герой. Блин, откуда я это? Вообще не здешний. Я... Вообще не здешний. Поздно. Так. Ага. Взять, подонка! Блин, они откуда-то появляются и появляются. Отходите, друзья! Свежая овечья моча и припарки из розмарина. Ага. То есть у меня вариантов-то и нет. Так. Ну что, ладно. Покидаемся, как? Я не понимаю, почему они терпят эти издевательства? Уже убежал. В моей лапке только самые мощные товары. Оп, оп, оп. Опа. Я мечтаю о том, чтобы ассасин вернулся во Флоренцию и освободил нас. Итак, я прибыл. Привет, Эдсо. Здравствуй, здравствуй. Ты умеешь выбрать время для визита. Значит, это правда? Савонаролла подчинил себе Флоренцию? Да. Не без помощи нашего коварного артефакта.
Значит, нужно как можно скорее вернуть его. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. А когда бывает просто? Расскажи мне обо всем. Пойдем со мной. Ну, пойдем. Все началось несколько недель назад. Внезапно все стали превозносить того, кого недавно презирали. А, яблоко. Лишь отчасти. Он покорил не город, но его правителей. Те, кто обладает влиянием и властью. А они уже заставляют народ исполнять волю этого безумца. И люди поступают так, словно у них нет выбора. Мало кто осмеливается нарушить статус-кво. Так что мы должны помочь им узнать правду. Сейчас поможем. Золото! Быстрее! Вот я обогащаю вас. На их одежде герб Борджиа. Обогатил. Да. Испанец шлет новых и новых солдат во Флоренцию, а Флоренция отправляет их обратно. Обычно по частям. Значит, он нормально. Тоже знает, что яблоко здесь. Весьма прискорбно. Ко мне. Ну ладно. Так. Стоп! Плачу! Вот там! Взять его! Оп. У меня самые модные вещи. Эй, стыдопа, позор! На. Да подожди ты. Все безумцы! На, зарубили. Можно оттащить его на... Последний костер разведут только через час. Мне подобрать для тебя сильную одежду. Блин, вот этот меня с молотом сейчас выбесит. Ни хрена вот там. Мои товары даже лучше, чем... На. У меня самые мощные вещи. Зарубил. Идем. Пойдем. Бегите, чтобы это не было избавить. Так, вот до сюда. Мэри, нам еще надо дальше. Нет, открытое нападение слишком рискованно. Верно. Но есть ли у нас выбор? Не считая правителей города, у остальных все еще своя голова на плечах. Си. И они следуют за Савонаролой не по своей воле, но по принуждению. Ну да. Си. Тогда воспользуемся этим. Если мы заставим замолчать его подручных и воодушевим недовольных, Савонаролла отвлечется, и я нанесу удар. Отлично. Я поговорю с Ля Вольпой и Паулой. Они помогут нам поднять бунт, пока ты освободишь район. Значит, решено. Я беру на себя его сообщников. Так, значит, решено. Давайте вот отсюда начнем. Тебе нужна медицинская помощь? А, кстати, да. У тебя что-то болит, друг? Теперь все быстро заживет. Так. Сюда. Угораздил же меня оказаться в самой середине. За что мне такое наказание? Куда мне? Да я близко. А, вот так, задание берем. Жители Флоренции, подходите, выслушайте меня. Конец света близок. Покайтесь, молите Бога, чтобы он простил ваши грехи. Конечно, берем. Мы что, зря бежали сюда? Разве вы не видите знамения? Мятежи, голод, болезни. Все это предвестники. Мы
должны быть тверды в вере, чтобы тьма не поглотила так. Всех нас! Я вижу, вы сомневаетесь. Цель потеряна. Блин, ладно. Мы учтем это. Сейчас, значит, подкрадемся. Я думал, надо просто его загасить. А оказывается, вот так вот, значит, надо. Знамения, мятежи, голод, болезни. Все давай. Это предвестники. Мы. Да нет, слазь. Я вижу, вы сомневаетесь. Откуда я его достану? Он не умер. Вот и все. Сам ко мне прибежал. Я чувствую, что ты действовал по своей воле. Конечно, прихлебать он. Не всех из нас нужно было обманывать. Я говорил истину. Я уже верил в это. Я говорил истину. Истины нет. Мне нелегко делать это. Смываться надо. Покойся с миром. Забеги, ты что-то встал. Вот, кстати. Привет. Да нахрен ты спрыгнул там. Я не... Вот он, бейте его! Да ты тварь! Эккола, быстрее, за ним! Я даже не знаю, как тебя назвать-то. Бежать некуда, кретин! Так. Убежал. Первый есть. Так. Давайте следующий. Блин, ладно, вылечимся сейчас. Найдем пилюлькина по-быстрому. Так, а где пилюлькин? Вы уж извините, но мне туда надо. Давай, 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 ползи, ползи, остался немножечко. Отриньте низкое и презренное! Ищите спасение в пламени! Сейчас, не дам пламя. Натюрморт. Ну, вот прыгающий трамплин. Перо, глина скульптора. Все это орудие дьявола. И все, что они порождают, тоже. Тебе сюда нельзя! Так. Оп. Давай, давай, давай. Да подожди ты. Увидят в них себя. Разве то, что они не одиноки в своих страданиях, не утешит их? Мне казалось, что я забочусь о других. Выражаю их мысль, исцеляю. Так, подожди. Их. Но на самом деле я заблуждался. Дьявол коварен его хитростью и уловкам нет числа. Вот так. Ну и все. Что сейчас я наделал? Сваливать потихонечку. Что я наделал? Пристрелили гада. Ты действовал не по своей воле.
Нет, по своей. Да я же снайпер элит. Я подчинялся, так как сомневался в себе. Мне жаль. А мне с таким железом сейчас еще убегать надо на себе. Я делаю это с тяжелым сердцем. Пистоль, покойся который весь с миром. Дохрена я больше. Меч, все эти примочки, сама одежда кожаная. Это же все вес большой. Вот он, за ним! Черт, я не вижу его. Ой-ой-ой. Эколо, он вон там. Я его знаю. Далеко он не уйдет. Он уходит, нужно поспешить. Я вижу его, он там! Да подождите вы там. Знаю, что там. Опа. И убежал. Тебе не пройти. Да я и не собираюсь здесь проходить. Он там, за ним. Убирайся отсюда. Здесь ты не пройдешь. Давай. Беги, беги, беги. Вот и все, убежали. Проблема-то в чем? Опа, людей привели. Снова. Молодцы. Он не тот, кем кажется. Где-то вот здесь наверху прямо, вот видите. Стой, незнакомец, стража. Привет. Вон он, лапша. Я не вижу его. Ага, вот так вот. Подождите. Сейчас. Отделаемся от них. Посмотрим окрестности. Ну, местность открыли. Блин, не туда надо. А вот. Стой, 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 стой. Сейчас поднимемся. Почему ты здесь? Это твоих рук? Когда мы в прошлый раз бросили человека в... Хватит бегать! Сражайся! Подождите, сражайся. Зачем мне сражаться? Что я вам плохого сделал, чтобы... Должно быть, неплохое было вино. Чтобы вы ко мне так относились. Так. Здесь никто не пройдет. Слышите меня? Этот мост будет закрыт для вас до тех пор, пока вы все не покоритесь пророку Савонаролле. Ой, пророк. Я слышу ваши стоны и жалобы. Вы говорите, у вас дела, встречи, обязательства. Ха! У вас только одно обязательство – покориться. Не дайте ему уйти. Зачем драться? Зачем сопротивляться? Город наш, а ваши драгоценные Медичи вас бросили. Они сбежали, спасая свои шкуры. Савонарола желает вам только добра. Он очистит город от пороков и соблазнов. Объединит людей с помощью веры перед Господом. Вот так вот. Сначала себя слегка вздернут. Паченко, ждите, когда он откроется. Ждите, когда он откроется. Сейчас дождетесь вы от меня, а? Ты одет как дворянин. Как Савонароле удалось околдовать тебя? Богатство и власти никогда не бывает достаточно. Я хотел большего. Ну, честно. Ну, а в итоге ты лишился всего. Я должен это сделать. Покойся с миром. Да. Вот так вот, я со стрелой уплыл. Еще и стрелу у вас забрал. Вот такой вот я негодяй. И ничего вы мне не сделаете. Понятно вам?
мне бы вот еще город открыть, чтобы я мог его видеть. Это, блин. Так. Или тут убить всех лейтенантов. О, а что мне надо? Подождите. Только картины. Купим. Спасибо, сеньор. Заходите еще. Конечно. Но первоначально это шел не к тебе, а вот к этому чудаку. Я уверен, у меня есть... Чинить все. Нет, оружие. Ну, эти я не буду брать. Боеприпасы, вот. То, что мне всегда надо. Всегда рад, сеньор. Приходите еще. Так, надо посмотреть, у меня вышки тут есть. Показан. А, вот. Смотрите-ка, вышки показаны. И вот одна из них. Я рядышком где-то с ней. Хорошо. Где ты? Вот она. Подальше от охраны. Подальше от них. Оп, оп. Ну что, в принципе... Мои навыки ползания по вышкам-то остались такими же. Давайте я сейчас пока буду открывать, телепортируюсь и появлюсь сразу на месте пребывания миссии. Так, вот мы добрались еще до одного места. Охраняйте ящики! Нельзя допустить, чтобы их содержимое попало в чужие руки! Так, что сейчас, на корабле надо его убить. Так, незаметно подняться на борт корабля и... Оборвать жизнь торговца. Хорошо. Будем стараться. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Вот так вот. Что за звери такие? Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Так, так, так. Надо посмотреть, где он там ходит. А ведь ящик. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Ага, вон он там. Савонарола ведет нас в новую эру равенства, братства и справедливости. Два раза, не забывай добавлять. Нужно только сбросить оковы тяжелого прошлого и принять Господа, нашего единственного спасителя и пастыря. Так, давайте сейчас я его утащу. Так, с этим мы разобрались. Если хотят есть. Опа! Отличное занятие. А, не получилось, а как? Подождите. Тогда придется лазить там это. По одному. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Так, ладно. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Тогда получается вот так вот надо будет действовать. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Давай, давай. Раньше не встретил. Что я странный чувак. А ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк так, открыл. Сюда. Понял, что торговля — это зло, которое...
Ну давай. Это все бесполезно. Савонарола ведет нас в новую эру равенства, братства и справедливости. Сейчас мы его скинем. Бросить оковы тяжелого прошлого. Теперь вот того надо сбросить. Так. Посмотрим, как это. Оп. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Спокойно. А ведь я считал их своими покровителями. Давай, поднимайся. Я понял, что там это слово сообщает людей. Так, вот стоит тебя там убивать, нет? Стащить тебя, что ли, оттуда? Я его убил. Ха! Ты минуты не продержишься. Что-то я не понял, не так что ли надо было убивать? А как? Ладно. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Ага, спалился все равно. Блин, а как мне его тогда долбить? Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Блин, вы меня достали уже. Если с этой миссией. Пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Надо же. А ведь я считал их своими покровителями. Он не да. Так. Вы-то куда за мной пойдете? Так, я ладно. Понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Савонарола ведет нас в новую эру равенства, братства и справедливости. Так не пойдет! Ой, ну все так хорошо получилось. Блин, ладно. Мне с тобой разобраться-то. Ладно. Еще раз смотрим. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если так, хотят есть кто-нибудь, чтобы нанять? Пусть признают власть Савонаролы. Так, кого нанять нету. Почему пока. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Ага, даже этих нельзя так. Странно, странно, странно. Смотрим, блин. Значит, я все правильно делал первоначально.
Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания? До того, как... Ну давай. Блин. Быстрее! Он уходит! Да никуда я не ухожу уже. Защищайтесь пока. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Блин, это... Самая такая миссия, походу, делают. Мусорная. Где надо ползать вокруг этого корабля, собирая по одному. Так, давайте поднимемся. Я считал их своими покровителями. Этого-то мы точно знаем, как вот этих до того, как пророк забирать. Открыл мне глаза. Общает людей. Савонарола ведет нас в новую эру. Правильно, брат. Нужно тяжело прошлого и принять Господа, нашего единственного спасителя и пастыря. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания? Надо же, а ведь я считаю... Лезай, ора! Он там! Черт, я его упустил! Молодец! Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Знают власть Савонаролы. Почему Медичи обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания? Надо же! И до того, как пророк открыл мне глаза. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Савонарола ведет нас в новую эру. Правец, братство и несправедливости. Принять Господа, нашего единственного спасителя и пастыря. Что? Исчез? Да, хватит. За работу. Посмотрим, как они будут упорны. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания?
Надо же! А ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк... Я понял, что торговля — это зло, которое... Савонарола ведет нас в новую эру равенства, братства и справедливости. Только сбросить оковы тяжелого прошлого и принять Господа, нашего единственного спасителя. Он сошел с ума. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Слезай, немедленно! Надо же, а ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл глаза. Похоже, я устал. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Братство и справедливость. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания? Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Савонарола ведет нас в новую эру равенства, братства и справедливости. Тебе конец, Критрис! Нет, так не пойдет!
Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают? Надо же! А ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Савонарола ведет нас в новую эру. Равенство, братство и справедливость. Бросить оковы тяжелого прошлого и принять Господа. Нашего единственного спасителя и пастыря. Не, похоже, он из мест. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. В этом городе выше моего понимания. Надо же! А ведь я считал их своими покупателями. Общает людей. Слово и принять Господа, нашего единственного спасителя и пастыря. Когда им будет нечего есть. Если хотят. У меня странное чувство насчет этого. Что? Что я наделал? Ты принуждал людей верить. Иногда людям нужно указывать, что думать. Это никогда не приводит к добру. На сердце тяжесть. Но мои мысли ясны. Покойся с миром. Этого человека. Вот мы добрались до очередного задание. Сейчас, минутку, подождите. А как? Меня что, кто-то видел, что ли? Приказ такой. Следить за полями, чтобы со стогами сена ничего не случилось. Может показаться, что это бессмысленное дело. Однако оно очень важное. Точно, помню, да, вот это, блин. Я думал, это правда дополнительная какая-то... Если лишить их самого важного ресурса, нет, их воля так будет сломлена. Где-то тут и был вор. Ой, вор эти, бегунки. Так, вас обнаружили. Пища, тепло, крыша над головой. Блин. Так, ладно. Если лишить их самого важного ресурса, их
их поле будет так, куда, куда? И им придется сдаться. Что ты здесь делаешь? Что хочу, то я делаю. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно сено. Так. Подождите, будем сбивать их. Оп, еще одного. Нет, я точно помню, тут где-то были бродяги. Где вы, бегунки? Так. Вот они. Так, и что теперь? Так, и что теперь? Так, мне теперь надо так с ним разобраться. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. А на самом деле от этого сена зависит вся наша жизнь. Вы не верите мне. Хорошо, я все объясню. Давай, объясняй. Так. Сеном питаются лошади, которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Вот что позволяет нашей экономике процветать. А ведь еще есть домашний скот. Коровы и овцы, они ведь тоже едят сено. И как вы знаете, они дают нам много жизненно необходимых вещей. И шерсть, и мясо, и молоко. Теперь вы вот понимаете, здесь вот он будет. Почему сено не должно достаться врагу? Не относитесь свысока к этому делу. От сена зависит наше благополучие. Ты когда-нибудь видел такой плащ? Где я видел этого человека? Да. Подожди. Здесь можно еще один. Блин, спалился. Теперь зато знаю, куда надо идти. Куда и как надо идти. Самого важного ресурса. Их поле будет сломлено. Так. За дело. Ага, вот. Так. Ой-ой-ой, что-то у вас так прям так много. Так, а как мне туда пробраться? Так. Вы мне не нужны. Черт, еще один. Что значит еще один? Может, кто-нибудь выйдет и расскажет мне, что произошло? Послушайте! Опа! Блин! Теперь понятно, теперь ладно, не так сделаем. Блин, ну я думал, он не будет все на то тыкать. Ладно. Если лишить их самого важного ресурса, их поле будет сломлено. Обойдем дело это. Стой здесь. Там, блин, там солдаты, тут солдаты. Давайте, что-то вас много. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого... Что? Так, вот так вот уже хорошо.
Ох ты. Вы что, кого-то там бить собираетесь? Так, а если я выбегу? Так. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, так, вы вот думаете, уже. Что это напрасная трата времени, а на самом деле... От этого сена зависит вся наша жизнь. Вы не верите мне? Хорошо, я все объясню. Сеном питаются лошади, которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Вот что позволяет нашей экономике процветать. А ведь еще есть домашний скот. Коровы и овцы, они ведь тоже едят сено. Так, ладно. Как вы знаете, они дают нам много жизненно необходимых вещей, и шерсть, и мясо, и молоко. Теперь вы понимаете, почему сено не должно достаться врагу? Не относитесь свысока к этому делу. От сена зависит наше благополучие. Я же стрельнул, чё он... И убежал. Блин, ладно. Защищайтесь. Если лишить их самого важного ресурса, их поле будет... Ё-моё. Теперь мы поняли. Мы с тобой. Ну, теперь можешь повеселиться. Давайте. Хоть один патруль утащим. Я тебе пальцы переломал. Многие уже покорились. Им нужна одежда. Так. Что? Пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно сено. Блин, ты тут еще встал там. Осел. Ну давай. Отлично. Еще один сюда. Так. Заходите к нему. Посмотрите на творение настоящего мастера. Хоп. Блин. Надо было... Драку затеять, что ли? Так. Ага. Отряды. Вот здесь ходит один, там ходит один. А вот этот маленький еще два человека. Вы думаете, что это напрасная трата времени? А на самом деле от этого сена зависит вся наша жизнь. Ты подойдешь ко мне, нет? Вы не верите мне. Хорошо, я все объясню. Сеном питаются лошади, которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Вот что позволяет нашей экономике процветать. А ведь еще есть домашний... Хоп! А сейчас ты умрешь. Вот так вот. Скоро. Ты был готов уморить людей голодом. И из-за чего? Я слишком долго терпел унижение. Меня называли простофилией, деревенщиной. А мне всегда хотелось уважения. За что от меня ты уважения не добьешься. Переход в другой мир мучителен. Но потом ты обретешь покой. Покойся с миром. Вот так вот. Сваливаем. Этот раз ты не умеешь. Не встречались? Так. Конечно, убегает.
Мало то, что убегает, он уже убежал. Так что не беспокойтесь. Вау, на поля люди пришли. Так откуда-то, блин, почему мне не помогаете? Почему я убиваю всех, а вы мне не помогаете? Следующее, они где-то тут недалеко же были. Вот это вот. По крышам, герой в капюшоне. А, вот он, вот откуда песня. По крышам, герой в капюшоне. Я думал, в первой части где-то то. Так. Прибыл. Не мешай нам! Флоренция поражена болезнью, и наш долг исцелить ее! Как? Заставляя людей подчиняться воле безумца? Неразумно бросать вызов власть имущим! Да, но мы это исправим. Отнимем! Нет, ты не убьешь меня! Савонарол узнает о твоем предательстве! Стража! Стража! Так, догнать дворянина и заставить его замолчать, прежде чем он доберется до... Давай. Бей его! Да стойте вы! Блин, блински. А ты какого хрена-то сюда прыгнул-то? Блин, нет. Заново придется за ним бежать, что ли? Оп! Ты как бы не знал. Савонарола предупреждал! Противляться! Опа! Опа! Сам ко мне пришел! Молодец! Я сам жертва! На противодействие! Я не виноват! На противоход! Нет, ты сделал свой выбор. Он заколдовал меня этой штукой! Лишь потому, что ты ему позволил. Я делаю это ради народа. Покойся с миром. Вот так вот. Кстати, первый ассасин тоже сделал свою ошибку, из-за чего же его наказали, из-за чего его и наказали. А где у нас второй? Ну, вот он, давайте. Да, потому что потом выше надо будет подниматься. По крышам герои в капюшоне. Немедленно! Хочу быстрее, он уходит! Бежать некуда, кретин! Вот он! Да. Отпусти меня! Вот и все. Ты этого хотел. Этого ты хотел. На. Если не слезу... Опа! Если не слезу, то что? Что-то не договорил. Ой, а я, оказывается, неплохо бегаю по городу-то. Христианам вход воспрещен. Мое место в канаве среди мусора. Вот место в канаве. Сейчас я тебе дам канаву. Омнипотенс Деус, Рекс Регулус, а, минарета сбросить, да? Омниом губернатор. Да, принять. Вот самое что интересно, надо было вот когда это... Ладно. Подожди, тут, по-моему, тебя тоже нельзя, да, чтобы заметили, если не ошибаюсь. Так, ладно. Где ты? Ой-ой-ой-ой. Слезай, Стронзо!
Ну, уходи давай. Я же за тобой все-таки иду. Блин, надо было там подниматься где-нибудь. Остановите его, рогатый! А, вот он. Ну я же его убил. Почему? Ладно. Я так и понял, что надо было просто в другом месте залазить. Не надо с самого начала лезть. Все было открыть и приготовиться пользователя. Не надо мне только руководство пользователя. Мы и так знаем. Так вот, гоп, гоп, зашли бы, там был гоп, гоп, и вышли бы. Я уже откуда он? Давай. Вот я вижу выступ даже. Я знаю, зачем я увидел это выступ. Давай. Оп, оп. Тебе здесь не место. Что ты здесь делаешь? Оп. Ну я же его убил. Что опять не так? Блин, вы немного меня бесите в этом плане. Ладно. Не будем жалеть припасов. Да залазь ты, Калич. Вон у тебя сколько выступов. Давай еще выше. А чё, он не сразу умер? Ладно. Блин, я думал, он сразу помрет. Бороду даже отрастил так брутально, чтобы быть. Ой. Так, и нету никого, да, чтобы отвлечься? Ладно, давай пойдем сюда. Опа. Пробуем посюда прорваться. Куда, куда, куда? Блин. Да давай быстрее, пока он... Ой. Тут их двое. Проваливай! И чтобы я тебя больше не видел! Сейчас же слезай! Сена. Давай. Приди ко мне только. Вид от первого лица как-то, зачем он мне нужен? Вид от первого лица. Иди сюда. Да. Все, чтоб не мешал мне. У меня потому что огромное дело тут. Rex regum et omnium gubernator, cuius potentiae nulla creatura resistere potest, quid proprium est peccatores punire, et eurum misereri, qui veri agum tenitentiam serva elibera nos. Supplicite te petimus,
Аману инимикурум. В сторону. Репримеурум супербиам. Кого он там напевает? Инуэ малитиам. Дисипа илорам маакинатионес эт астутиас. Кут нос ту висарис мунити. Этот где-то там еще. Семпер сервемур. Об омнибус пери. Вон он идет. Надеюсь, он меня не видит. Так. Атер ностер, куи ес ин чели. Блин, надо было стрелять в него. Так все хорошо начиналось, и так, блин, все закончилось не так. Через жопу. Наемник, наверное. Наемник. Ошибаешься. Че вам надо? Разве у нас не действует закон о приличиях? У вас, может, и действует, у меня нет. Какое приличие, я вам покажу. Вперед. Так, интересно знать, а я его застрелю-то не будет считаться? Давай, уходи. Ты же меня не должен видеть, правильно? Кстати, смотрите. То красный, то золотой, то черный. Вот такой какой-то, да, непонятный. Отблеск, доспех. Подождем сейчас. Давай. Ну же. Вы бы с первого раза бы убивались бы, так может. Может бы и прокатило бы все это дело. Как раз с первого раза не убивается так. Хотя в первом соседе они с первого раза убивались. Серва элибер. Давай. Супликитер те петимус. Я тебе сейчас такие супликиты устрою. Аману инимикурум. Репримеурум супербиам. Блин, на каком языке ты тарабашишь? Малитиам. Дисипа илорам маакинатионес эт астутиас. Ут нос ту вис армисму. Так. Хотя, по идее, надо его так снизу вот так вот подобрать его и выкинуть. Есуникус, Виктория Ларгитор, Проптер Мерита, Унигенитифи. На! Допел свою песню. Я думал, что он проповедует Слово Божие. Боюсь, его проповедь — ложь. Я увел свою паству с пути истинного. А я ведь так хотел поверить. Как и мы все. Я завершу дело своего отца. Покойся с миром. Так, а мне-то сваливай там. А тут никого нету уже, все. Вот. Вау. Так, а где еще сено? Все. Выбрался.
Все, идем к очередному заданию. Так, а на кузнецу подойти, заправиться? Мало ли. Я, кстати, ядом еще в этой игре не пользовался. Так-то обычно пользуюсь ядом. А здесь я не пользовался. Подождите. Звук поставил, да, 4. Ноги шире, руки шире. Так, она сюда. У тебя что-то болит, друг? Как нам дойти? Ладно. Здесь что-то не так. Где же все? Так, девоньки. А как? Мне наверх надо? Ну-ка. Стражник, полегите, дрозолевые. Да, мне, похоже, дело как-то надо было вот так сюда и пробраться. В первом ассасине на такой подобной площадке был лучник, который людей на меня натравливал. Еще один соперник. А здесь такое же. Отлично. Савонаролла предупреждал меня, что у нас появятся враги. Поэтому я изобрел эту простенькую ловушку для тех, кто возомнит себя героем. И она чудесно сработала. Что это сработало? Инкаменчамо. Я бы что, сам бы не пришел. Интересно, как долго ты протянешь. Да я и не собираюсь протягивать тут ноги свои. Один ловкач успел одолеть 3 дюжины моих парней. Прежде чем его... Опа! Сдохни, ублюдок! Да, подождите вы. Решаешь ошибку, ты не пройдешь. Быстро! Тебе нельзя здесь находиться. Ты, мертвец. В чем дело? Да подождите вы. Нахи. Подожди. Подрезал самому летивому ножку-то. Оп. Подождите, надо скинуть с крыши. Опа. Ты что думаешь, я не на чеку, что ли? А он с крыши не хочет падать категорически. Спокойно. Ну, что ты предпочитаешь? Топор, веревку. Есть. Оп, ты сделал свою ошибку. Козлина. Я в самом деле был таким гордым, жестоким. Да, был. Нет, тебя околдовал Савонаролла. Неужели? Или я был опьянен вкусом власти? Мне жаль, что я оказался так слаб духом. Мне тоже. Прости, но у меня нет выбора. Покойся с миром. Вот так. Да. Тебе не будет жива! Так. Форца, ну все. Поговорили, не уйти. Вон они падают сами, как переспелые груши. Вот и все. Донатон напоминает всем добрым крестьянам о добром. Он не робкого десятка, верно? Так. Поэтому не можно оставлять... У нас последний, да, остался? В любой день, кроме праздничных.
Ладно. Блин, они что-то все разные какие-то. По цветовой гамме. Так, за мной. Да уйди. О, стой, стой. Все здесь есть. Я уверен, у меня... Ремонт. Боеприпасы. Пули. Всегда рад, сеньор. И приходите лечение еще. Мне надо. Пилюльки. Простите, я не подходи, буду... Подходи, сейчас тебе станет лучше. Мне надо лекарство мне еще. Остановись. Идем. Так. Я сделал все, что мог. Постарайся не тревожить рану. Так, так, так. Яд, по-моему, он не убивает. А может, убивает, но сначала он в безумие вводит. Идите прочь. Пожалуйста, не надо. Простите. Так. Сюда, сюда. А уйдите вы. Сюда, сюда. А вот он, мы и начинаем. А, пробраться, да, надо незаметно. Все просто, друзья мои. Хотите, чтобы о вас позаботились? Покоритесь новому правителю. Да, да, да. Тоже немного муторно. Так. Есть кого нанять? Вы можете и дальше поддерживать Медичи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Я его не знаю. Или принять Савонарола. Где я его видел? Хопа! Ну я не знаю, что произошло, почему они раньше не отреагировали, но, блин, впервые так много пробираюсь. Кровь целителя! Нет. Я пролил кровь тирана. Власть над телами, находящимися между этим миром и иным. Похоже, она вскружила мне голову. А сейчас ты замрешь навеки. Твоя смерть не будет бессмысленной. Покойся с миром. Все, а мы убегаем. Ну, бежим, бежим. Черт, за мной! Быстрее! Он уходит! Вон он! Где он? Помогите, он идти! Блин, они между меня и столкнули! Своего нанимателя! Я вижу его! Он там! Если не хочешь платить штраф, убери ее! Пока не началось вечернее пожалуйста, шествие из собора меня. Санта-Кроче! Я простая женщина. Внимание! Так, а что-то за... Меня прикрывают? Да кто там за мной гонится-то? Все, на площадь привели. Людей только почему-то в другую сторону. Мне кажется. Так, революцию я совершил. Так. И теперь у меня... Вы стали инкогнито, да? Куда мне надо бежать-то? Минутку, минутку. Уа, далеко. Ладно, телепортируем. Вот мы оказались. Я просто хочу есть. Давайте. Финал, я так думаю, мы идем. Ты молодец, отцу. И что теперь? Смотри. Тишина! Смотрю. Я требую тишины! Зачем вы здесь? Зачем беспокоите меня?
Вам нужно очищать свои дома, очищать себя. Разводите костры, читайте молитвы, кайтесь в грехах. Вы сделаете так, как говорю вам я. Да сейчас. Вы покоритесь мне. Нет! Нет! Давайте. Найди яблоко Эцу. Оно где-то здесь. Сейчас найдем. А вон он. Подобрал, тварь. Стоять! Нам не нужны такие, как вы! Мы и сами справимся! Бежать некуда, блин. Кретин! Черт! Я его не вижу! Так, сейчас я его поймаю. По крайней мере... Вот так! На! Яблоко добыто! Так, возвращаемся назад. Нам недалеко надо идти, я так думаю. Хочешь денег? Держи. Ни хрена себе, 500. Не жирненько ли? Далеко бежать-то? Я вроде убежал-то недалеко. Так, а куда мне его? Сдавайся или сдохнешь! Тебе здесь не место! Уходи! Так, на другой берег. Ну, поплыли. Вон эту башню, наверное. А помню, что вроде встреча на башне какой-то будет. Давай. И оп, опаньки. Да, а послушайте, почему? Мне даже никто не сказал, где встретимся. Почему я знаю место встречи? Вот смотрите, дома, что они там между собой-то связаны, с чего бы? Пизы, жители Пизы. Как зовут жители Пизы? Пизянцы, пиздюки, как? Ага, вот туда надо. А я отсюда бежал? Нет, вроде не отсюда, нет, не отсюда. Сеньоре стало известно о том, что некий... Ладно. Вот он я. И яблоко у меня. Господь, взгляни на это святотатство. Как вы обращаетесь с пророком, богохульники, еретики? Вы сгорите в аду! Слышите? Вы сгорите! Ты убивал и сжигал людей. А как самого сжечь, так нет, что ли? Нет, такого не бывает. Окруженный грехами, я молюсь о спасении. О, Боже, смилуйся. Никто не заслуживает такой мучительной смерти. О, как я несчастен. И где кого просить о помощи? Ибо приступил я законы земные и божеские. Опа. На. Это ты. Я знал, что этот день придет. Прошу, будь милостив. Я был. Иди. Бог да будет тебе судьей. Покойся с миром.
Все, оставим этого обреченного. Никто меня не должен осудить. Селенцо! Селенцо! Именно 22 здесь, когда-то... года назад 22. Я стоял здесь и смотрел, как погибают мои родные. Их предали те, кого я звал друзьями. Месть затмила мой разум. Она погубила бы меня, если бы не мудрость тех, кто научил меня управлять своими инстинктами. Они не давали мне ответов, но помогли мне учиться. Нам не нужны хозяева. Ни Медичи, ни Савонаролла. Мы сами вольны выбирать свой путь. Многие хотят отобрать у нас свободу. И многие из вас подчинятся им. Но именно способность выбирать то, что для нас истинно, и делает нас людьми. Ни одна книга, ни один учитель не даст вам ответов, не откроет путь. Выберите свою дорогу. Не идите за мной и ни за кем еще. Все, пора идти. Уходим, уходим, уходим. Так, память синхронизирована, последовательность 13 завершена. Сколько последовательности всего? Бог его знает. Но, как видели, я был не одинок. Давай бежим. Беги быстрее. В мой родовой замок. Меня же там ждут. Так это же мой замок, правильно, если я не ошибаюсь? Да, там эти сундуки можно собирать. Перья. Перелья. Ну это нам не интересно. Найдено. Страниц кодекса. Еще две штуки надо где-то. Ну, может, мне их сейчас подадут. Тебе нужна медицинская помощь. У меня десятки новых... Почему альтернативная камера-то? У меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане или... Так. Ну, зато посмотрите. Посмотрите, какая луна. Мне нравится. Так. Надеюсь, ты здесь. Ты здесь. Леонардо! Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ха-ха! Ты нашел еще одну? Невероятно! Да я вроде все нашел. Мне просто нужно заменить эту букву и передвинуть вот это сюда. Есть! Так. Не сюда, нам туда надо. Что происходит? Данные повреждены. Нет, не так. Части данных не хватает. А где они? Эти части? Это страницы кодекса. Они все были у Эцио, когда... Постой. Посмотришь, похоже, что записи? У Эцио была карта. Ну, была карта, и чё? Апресто, Эцио. Так, ну-ка еще разок попробуем. Что происходит? Ага. Данные повреждены. Нет, не так. Части данных не хватает. Это страницы кодекса. Они все были у Эцио, когда это произошло. Отлично. И где мне их искать? Постой. Похоже, что у Эцио была карта. Должно быть, воспоминания о том, как он нашел ее, были повреждены. И, судя по всему, на карте отмечены места, где находятся страницы кодекса. Ну, да.
И чё? Теперь на карте отмечено местоположение, да? То есть я где-то одну карту, одну страницу, да, не увидел. Ну, картину собрал, смотрите. Так. Понять не могу вашу задумку. Что происходит? Данные повреждены. Нет, не так. Части данных не хватает. Это страницы кодекса. Они все были у Эцио, когда это произошло. Отлично. И где мне их искать? Постой. Похоже, что у Эцио была карта. Должно быть, воспоминания о том, как он нашел ее, были повреждены. И, судя по всему, на карте отмечены места, где находятся страницы кодекса. Ну-ка. А как? Так, сдвинуть, приблизить. Карта. И куда мне надо теперь идти? Ладно. Давайте посмотрим. Теперь на карте отмечено местоположение всех страниц кодекса. Соберите 5 страниц. Так, это... Страницы кодекса. Где-то я их не под... А-а-а, Венеция! Ну-ка давай, Венецию. Сейчас мы решим эту проблему. Ну, думаю, вам это будет неинтересно. Так что для вас я телепортирую. Так, вот мы в Венеции собрали все 30 штук. И у нас здесь задание. Романия, Флори. Ну давай принять. Не знаю, что это такое, конечно, куда нас несет. Это мы знаем, как нырнуть. Ну... Так. За каким хреном нам сюда? Нам куда надо-то вообще? Горы. Блин, так я бы просто на виллу бы тогда пришел бы. Ну ладно, хрен с ним. Горы да горы. Сейчас лошадку найдем. Давайте, рыбачьте, мужики. Кстати, по поводу... Отпусти меня! На! Надо бежать. Это безумие! Конечно. Утопил мужика. Ну, такой я нехороший человек. Жил на свете мужичок маленького роста. Был высокий, как горшок. Худенький, как бочка. Ну, как-то так. Ладно. Беги быстрее. Нам... Так, а в горы-то лучше на лошадке. Где лошадка? О, блин, лошадей хреново тьма. Ни одной нету, когда надо. Куда мы прятали? Ой-ой-ой. О! Блин, нет, это не лошадь. Это просто кучка людей. Сундук охранять. А кому нужен ваш сундук? Коня! Коня мне! Пол царства за коня! Где конь? Ой. Нет, так долго бежать. Я ж разучился бегать. Он запыхается сейчас. Лапку. О, конь! Вижу. Да пошел отсюда. Вот так. Так, ладно.
Так, вот не дай бог, я окажусь прав, и нам надо действительно на виллу. Давай. Это будет вообще хреново. Давай, 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 давай. Блин. Чуть-чуть осталось-то. Да кому вы нужны, жалкие людишки? Принять. Просто мне интересно, почему так-то? Я бы когда там был в доме, там, ну, блин, одно тут другое показано. Давайте уж определяться в каком-нибудь одном манере. Ага. Ну ладно. Отмена. Громилы — опасные враги, одетые в прочные доспехи. Это мы знаем. Так, ну-ка, давай-ка я на виллу лучше пойду, раз у меня все они есть. Ага, ну. Аспект, аспект. Давай. Поскакали. Аспект, аспекта. Ну ладно, пройдемся, прогуляемся, посмотрим. Вот здесь мы на кибитке-то ехали. Это считай, сколько лет назад мы ехали-то? Сколько сказал? 22 года назад, да? Или 20 лет назад? Представляете, да, сколько там пережил он за это время? Вот, кстати, да, действительно, вот здесь, вот, если я не ошибаюсь, тоже есть какие-то сундуки. Или это не здесь, или это в третьей части. Также можно ехать это по горам и видеть. Там слазишь, сундуки собираешь. Ну это все ерунда. Да. Да. Давай. Давай. Мой верный конь. Вот так вот загогульненько, блин. Вот мне, чтобы там это ровненько проехать эти через горы там. От пункта А в пункт Б, даже когда на кибитке ехали, гораздо быстрее было. Вон, видите, сундучок был. Поэтому говорю, есть сундуки. И башенки есть где-то где-нибудь разрушенные. Нет, это, по-моему, в третьей части разрушенные башни. Которые еще охраняются. Немножечко, немножечко осталось. Чуть-чуть. Сюда. Мост. Я думал, он сгорел вообще-то. Его уже поджигали. Специально, чтобы меня остановить. Но меня уже ничто не остановит. Кстати, луна. Заметьте, красивая. Горы. Луна, кстати, есть миссия. Вот снайпер 3. Элитный. Какой-то там. Ночной воин или кто он там. Вот видите, башня есть. Можете там поковыряться. И вот там тоже ночь красивая. Так, я хоть дошел, нет? Не дошел? Блин, еще немного. И еще чуть-чуть. А как я ехал-то на этой кибитке-то? Вроде проехал-то быстро. Что же я скачу тогда так долго? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, собирательством не собираетесь, нет, заняться там. Перья все найти, сундуки все найти, чтоб ее полностью на 100% пройти. Награды вам, конечно, ну, не какой-нибудь. Перья, если вы все найдете, с вами мать заговорит. Так она не разговаривает, а там заговорит мать. Вот, все, сундуки, то, что вы вскроете все, по-моему, ни хрена вам ничего не даст.
Вот, вышки все облазите, тоже, по-моему, ничего не дает. Кроме как синхронизации с памяти. Сколько мне еще ехать? А, вот, чуть-чуть ехать-то. Давай, лошадка. Поднажми. Все. Приехал. Вот, даже какое-то маленькое поселение. Опа. Да, принять. Флоренция. Так, ну нахрен, я еду, короче, на дачу себе в это. На виллу. А, тут недалеко. В принципе, я так и собирался. Так. Бай-бай! Нет, вот сюда, поворот, поворот, лошадка, поворот. Скакай, скакай. Ну да, к себе на дачу еду. Блин, я бы мог бы быстрее телепортироваться, если бы это все скачки эти. Уи! И оказался бы сразу у ворот бы. Свои драгоценные виллы. Короче, собираете эти 30 штук и к себе на виллу дуете. Карту будете составлять. Карта, кстати, составляется очень легко. Это простая география. Планета Земля. Материки выставлять будете. Вот. Поэтому там повернуть надо их, что ли, или как-то разослать. Ой, разослать это. Скоординировать. Ладно, сейчас. Держи. Леонардо. Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ха-ха! Ты нашел еще одну? Две. Невероятно! Да, просто поменяем эти строчки местами, затем сдвинем их влево. Готово. Вот и все. Расшифровано две страницы кодекса. Получи один квадратик здоровья. Да нахрен он мне сейчас-то нужен. Так, ну кстати, ну подойди-ка я посмотрю. Да нет, не в эту комнату. Так, тут у нас оружие, тут у нас оружие, тут у нас тяжелые оружие, булавы. Так, это я тоже, да, надел, или это, который на мне сейчас одетый? Так, на кибитке вы-то ездили, на этом мы летали. Вот здесь вот тоже что-то должно быть. Или нет? Вот так-то смотрите, да, все есть. Дом в хорошем состоянии. Заходи, бери, воюй. Так. Пойдемте составлять карту. Ой. Эцио! Все собрались еще. Дядя, время пришло. Закончим то, что вы с моим отцом начали столько лет назад. Верно. Быть может, нам наконец-то удастся понять это пророчество и сорвать планы испанца. Начнем с поисков сокровищницы. Страницы кодекса приведут нас к ней. Давай посмотрим. Давай. Так. Все поставил. Так. А теперь давайте составлять. Так, как у нас вращать-то? А, вот. Видите? Вроде несложно. Сейчас края выставим. Так. Так, все, подождите. Не то. Вот так. Вот это вроде правильно стояло. Вот так.
Так, как? Так. Так, подождите. Это вот сюда? Нет. Вот так. Подождите. Как это должно выглядеть? Так, составляем Африку. Так. Австралия. Где-то здесь у нас теперь, да? И все-таки вот так. Вот. Давайте взаимодействуем. Собрали Австралию, Евразию, Африку, это... Америки. Это карта всего мира. Но на ней изображены страны, которых не существует. Очевидно, они существуют. Думаю, их еще не открыли. Или не открыли заново. Как это может быть? Ну, вот возможно, так. Ответ мы найдем в сокровищнице. Значит, ты знаешь, где она? Нет. Нет, это невозможно. Похоже, сокровищница в Риме. Значит, испанец... Вот зачем он стал папой римским. Теперь мне все ясно. Он не просто добрался до сокровищницы, но и до посоха. Посоха? В кодексе говорится о двух ключах. Двух частях Эдема, открывающих сокровищницу. Одна из них яблоко. А вторая посох. Посох папы — это вторая часть Эдема. Мы годами, нет, десятками лет искали ответы на эти вопросы. И теперь мы нашли их. Возможно, испанец тоже их нашел. А если он попадет в сокровищницу, по сравнению с ее содержимым, яблоко — просто детская игрушка. Ну да. Я отправлюсь в Рим и найду сокровищницу. А чем займетесь вы? Мы будем делать то, что умеем лучше всего. Поднимем смуту, это развяжет тебе руки. Скажи, отлично. Когда будешь готов. Да, уже готов. Уже готов, пора. Все. Эцио нас ждет Рим. Дай знать, когда будешь готов отправиться. Я тебе только что сказал. Отправляемся в путь. Все, идем в Рим. Там мы долго выдерживаться не будем, потому что я слишком крут для Рима. Он не достоин такого воина. Такс. Рим, 1499 год. Ну, я так думаю, что это год указывает все-таки. Так, достопримечательности мы смотреть и рассматривать, естественно, не будем. Нам от них ни холодно, ни жарко. Так, принять. Там уже тем более закрыто все. Посмотрите, какие мосты, какие фигуры. Что-то этот Астерикс и Обеликс про Рим напоминает. Оп. Вперед. Поднимайся. Ага, сюда. Почему по этим? Вот видно же, что они выпирают. Поднялся. Так. А, точно, мне здесь с ними биться же надо. Сейчас, подождите минутку. Тут
Сейчас они уйдут. Все. Может, их и не надо было убивать. Но я это сделал. Чтобы они мне не мешались. Ты когда-нибудь видел, где я видел? Эколо! Бей его! Отдай. Опа. Сейчас мы с тебя. Ну давай. Сюда. Рад, ткнул. Опа. Или здесь надо было без палева проходить. Прятаться кого-то в колодце. Ну не знаю, я по крайней мере прохожу как маньячено. В своем репертуаре. Где шьют такие плащи? Милане? Погоди, я знаю этого человека. Оп. Ну, что ты предпочитаешь? Топор? Оп. Веревку? Тебе не уйти! Остановите его! Вперед! Подождите вы, блин, никого не захватить. Оп, получай. Делайте то, чему я вас учил. Ну-ка, да. Получай. А ну как с вами долго так-то? Еще, еще. Еще. Вот так, подрезал тебя. А теперь сюда. Опаньки. Ассасино! Ассасино! Ну и чё? Ассасино, ассасино. Вы-то как поднялись так быстро? Вот так. И сюда. Вот сюда. Ты здесь убийца. Закройте да. Ворота. Блин, а я успел. И вот сюда. Вот сюда. Бежать некуда, кричит. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Достану! Да какой ты достанешь? На! Подожди. Я из тебя сейчас на подшиву. Опа! Отвалил. Подрезали. Теперь опять продолжаем наш подъем. Давай, давай, давай. Утащил. Это там от него. Опасность. На. Ну, остынь, приятель. Все. Все тихо и спокойно.
Опа! Ничего не говори. Молчи. Я все сам за тебя скажу. Двоих. Так, под... теперь подождите. Поймайте, дай-ка я вот сюда залезу, от вас подальше. Куда он взял? Я видел его! Да стойте вы! На! Вон! Я не вижу его! Так. Во-во-во-во! Вон он! Ага, не получилось. Скоро у тебя будет отличное занятие! В тебя будут швырять камни дети! Стоп! Вперёд! Он большой хитрец! Подождите, подождите! Да, я... Почему думаешь? Я знаю. А теперь смотри. Проваливай! Зачем ты убегаешь, друг? Больно почти не будет. Проваливай! На! Мы хотим взять тебя живым. Не хотел так. Жаль, если твое прекрасное тело погибнет от пары ударов. Тебе не дай уйти! Тихо, тихо, тихо. Боже, почему вас пора? И действуйте крайне осторожно. И, вау! А я думал, подниму тебя на алебарду. На! Что-то я не понял, у меня что, жизни-то восстановились сами, что ли? Сколько-то? Я умею такой способностью обладать. Станьте сначала инкогнито. Так, ладно. Господи, без меня. Молю, сохрани мне жизнь. Опа. Давайте. Откуда мне знакомо его лицо? Вот ты, Кацо, Кацо, отпустите меня. Я человек нормальный. Я вообще не здешний. Я не знаю, что происходит. Надо бежать. Это безумие. Я знаю этого человека. Я теряю его. Да не того ты убил. Я вообще вот не так здешний. Вот. Остановите его. Я не знаю, что происходит. А, вы замечены. Блин. Ладно. Надо потихонечку здесь. Будем стараться потихонечку. Пожалуйста, отпустите меня. Я тут ни при чем. Первый есть? Нужно уходить. Престо, престо. Второй есть? Так. Господи, молю, не сохрани меня, мне жизнь. Я беги, беги. Эрла Малора, это без меня. Я прошу,
Так, он здесь ходит. Не трогайте меня, я безобидный. Терла Малора, это без меня. Это он! Опа! Что происходит? Там... Подождите, а эти-то... Дьяволо, это меня не касается. Не убивайте меня. Подожди. Не трогайте меня! Не трогайте меня! Я даже не... Я вообще не здесь! Зачем я этот не капюшон? Знаю, что происходит. Куда он делся? Не трогайте меня! Пожалуйста! Ага. Отпустите меня! Я человек маленький! Сейчас пройдем, обойдем и... завалим по-быстрому. Счастье с жизнью, строго. Блин, он должен был двоих сразу захреначить-то. Или можно их не убивать? Можно так вообще сделать? Ну-ка, сейчас попробуем, не убивая их. Что-то загружается здесь в этом моменте долго. Ладно. Происходит. Да что бы ни произошло. Что бы это ни было, избавьте меня! Надо бежать. Это безумие. Отвернись. Это без меня. Отворачивайся. Безумцы, сумасшедшие, бегите! Это без меня. Пожалуйста, просто оставьте меня. Так. О, можно не убивать. Черт, надо бежать. Верую так. В единого Бога, Отца Всемогущего. Ага, вот, мы прибыли к нему. Видимого всего и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца Рожденного прежде всех веков. Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного. Ну это почти. Почти. Сейчас все поменяется. Я думал, я выше этого. Все зря. Я ждал слишком долго. Столько потерял. Покойся с миром, ублюдок. Ни за что. Так вроде я в него уже всадил. Ярд железа. Нет! Что не так? А, из них жизнь высосал в себя. Почему ты еще жив? Потому что. Понятно. Спасибо, что принес мне яблоко. Давай его сюда. Иди к черту. Ага, вон посох у него, значит, только. Да, ты не сдаешься, как и я твой думал, отец. Я яблоком уже. Возрадуйся, дитя мое, ибо скоро ты с ним встретишься. Ты отдашь его мне? Как скажешь. Опаньки. Да, я так и тоже умею. Невероятная сила. Но если ты думаешь, что это тебя спасет, то жестоко ошибаешься. На! На! Вали его! Ты не остановишь меня! Давай!
прикончу тебя, ассасин! На. Сейчас мы... На. Подожди, я возьму короткий. Руки тебя. Клинок. Вот так. Еще. Сколько ты так сможешь защищаться? Вау. А я вот так, в бочину, сволочине. Нет, ты не остановишь меня. Все кончено, Родриго. Сложи оружие, и тогда обещаю, твоя Малинка смерть зла. Будет быстрой. Он причинил нам много зла. В самом деле, Эдсо, а ты на моем месте, ты бы тоже сдался. Продолжай сопротивляться. Сейчас узнаем. Стал невидимым, да? Наконец-то. А теперь я разберусь с тобой. Ой, многие пытались. Ты не поверишь. И с предком пытались разобраться, и со мной ни у кого не получалось. Что? Да что-то не умираю, да? А вот такой вот я, человек с сюрпризами. Так. Тебе ходячие мертвецы. Найдите тайный проход. Опа. Опа. Вот и вся тайна. Пойдем. Лаба-да-бады, лаба-да-баду. Так, влево-вправо, нам без разницы. Что это за место? Это арена. Откройся, черт побери! Откройся! Все кончено, Родриго. Больше никаких фокусов. Никаких артефактов. Никакого оружия. Посмотрим, из какого ты теста, старик. Ну что же. Если ты этого хочешь. Давай. На ручках. Сейчас я тебе отбивную сделаю. Что тебе нужно в сокровищнице, Родриго? Разве ты не знаешь, что в ней? Неужели могущественные ассасины ничего не поняли? Не поняли чего? Бог. В ней находится Бог. Я должен поверить в то, что Бог живет под Ватиканом? Да. Это логично, разве нет? Бог, живущий в облаках среди поющих ангелов. Это красиво. Допустим, я тебе верю. Еще. Но что он сделает, когда ты откроешь дверь? Все равно. Мне нужно не его одобрение, а власть. А он отдаст ее тебе? То, что за этой стеной не устоит против посоха и яблока. Это оружие убьет даже Бога. Бог всеведущ и всемогущ. А ты надеешься одолеть его с помощью древних артефактов. Ты ничего не знаешь. Да. Ты представляешь Бога таким, как он описан. Да. Ты папа. Как ты можешь отвергать священный текст своей церкви? Еще. Я стал папой. Потому что мне нужно... Вот здесь вот тебя прямо, вот здесь эпично в центре тебя забью. Вот смотрите, как это эпично. В центр действительно его толкнул и в центр круги в этом. На. Давай. А, нажимайте.
А я думал, надо было нажать, и все, там нажимать надо. Все, вот это тебя прямо... Ладно. Нет! Да! Нет! Да! Это мое предназначение! Мое! Это я, пророк! Я бы сказал бы тебе... Ты никогда им не был. Давай покончим с этим. Нет. Твоя смерть не воскресит моих родных. С меня довольно. Ничто не истинно. Все дозволено. Покойся с миром. Берем яблоко. Этот посох. Все, проходим и узнаем теперь истину, что нам дозволено. С инопланетянами ручкаться будем сейчас. Приветствую, пророк. Покажи нам это, чтобы мы смогли воздать хвалу. Да, смотри. Мы должны поговорить. Кто ты? У меня много имен. Когда я умерла, звали Минервой. А до того Мервой и Мерой. И так далее. Есть и другие. Юнона, которую раньше звали Уни. Юпитер, которого называли Тиния. Вы боги? Если бы. Нет, не боги. Просто мы пришли раньше вас. Когда мы были в этом мире, люди пытались объяснить наше существование. Мы были более развитыми. Ваш разум не был к этому готов. Время не пришло. Может, никогда не придет. Неважно. Ты можешь не понимать нас, но наше предупреждение... должен понять. Твои слова не имеют смысла. Наши слова не для тебя. О чем ты говоришь? Здесь больше никого нет. Довольно. Я хочу говорить не с тобой, а с помощью тебя. Ты пророк. Ты сыграл свою роль. Вот так вот. Ты держишь его здесь. Но, пожалуйста, замолчи. И мы сможем поговорить. Это Дезмонту обращается. Когда мы были во плоти, а наш дом был цел, вы предали нас, ваших История. Создателей, что подарили вам жизнь. Мы были сильны, но вас было больше, и вы все желали войны. Мы были так заняты земными делами, что не смотрели на небо. А когда посмотрели, мир пылал, пока не сгорел дотла. Тогда и должен был прийти всему конец. Но мы создали вас по своему образу и подобию, способными выжить. И мы выжили. Нас было мало. И вас, и нас. Потребовались жертвы, усилия, сострадание. И мир возродился. И когда вернулась жизнь, мы сделали все, чтобы эта трагедия не повторилась. Но сейчас мы умираем. И время работает против нас. Истина превратилась в легенду. Наши цели превратно истолкованы. Но это послание сохранит их для потомков. Пусть мои слова подарят кому-то надежду. Найди другие храмы. Тех, кому была ненавистна война. Они защищали нас, спасали от огня. И если тебе удастся найти их, спасти плоды их трудов, тогда и мир будет спасен.
Не медли, ибо времени мало. Остерегайся креста. Многие попытаются встать на твоем пути. Ну и так уже многие стоят на моем пути. Стояли. Дело сделано. Сообщение доставлено. Мы все ушли из этого мира. Ты как Флини. Больше мы ничего не можем. Остальное зависит от тебя, Дезмонд. Что? Какой Дезмонд? Ничего не понимаю. Подожди. У меня столько вопросов. И ты найдешь на них ответы. Сам. А Дезмонд туда. Что за черт? Что не так? Ну что ж, вот мы и прошли. Второй Assassin's Creed. Вот. Надеюсь, игра вам понравится. Вот. Если хотите, занимайтесь собирательством. Собирайте, это просто удлиняет игру, но не делает ее ярче или насыщенней. Поэтому это уж на вкус и цвет на 100% пройти, там собрать все перья, облазить все вышки и тому подобное. Есть все... минут 10, пока нужно они... все мое оборудование. Готовы не уйти обязательно. Раньше. Дезмонд. Да, да. Так, Шон, вы с Ребеккой пакуйте все и грузите в машину. А мы с тобой разберемся с тамплиерами. Они здесь? Они должны были найти нас. Удивительно, что поиски заняли у них столько времени. Идем. Подождите, так вроде игры-то, игре-то конец, нет? Или это как Стражи Галактики? Нет, это Стражи Галактики взяли из идею, пойди вот отсюда. Что когда игра какой кончается, там еще. Ну, уйдем отсюда, а дальше что? Немного игры. У нас есть еще одна база. Это у нас гости. Давай. Грузовик совсем рядом. Пойдем. Мистер Майлз, какая приятная неожиданность. А я-то думал, придется бросить на ваши поиски еще людей. Как мило с вашей стороны избавить меня от хлопот. Что тебе нужно, Видик? Чтобы ты вернулся домой. Мы так по тебе скучаем. Нам еще так много нужно сделать. Этому не бывать, Уоррен. Вы продолжаете глубоко разочаровывать меня, мисс Стилман. Я же спас вам жизнь, помните? И это ваша благодарность? Ты спас меня для того, чтобы и дальше экспериментировать с людьми. Ты убиваешь их. И ради чего? А, снова этот избитый аргумент. Насколько я помню, вы все время были бок о бок со мной. Кровь этих людей на ваших руках тоже. Ты должен остановить его. Понял. Подожди. Ага. Подожди, а почему я биться-то не могу? Вот так, на что вы надеетесь, мисс Стилман? От нас не спрятаться. Подождите. Опа, опа, опа. Уже скоро мы вернем вас туда, где вам самое место. Подожди, он не запрыгивает почему-то туда. Есть. О, осталось-то немножечко. Подожди. Ой-ой-ой. Похоже, остались только ты и я. Радуйтесь своей победе, мистер Майлз. Пока можете. Дезмонд, уходим. Уходим.
А, это ты. Давай. Помоги Люси сесть в машину. Быстрее, Дезмонд. Нужно убираться. Время придет, Дезмонд. Уоррен получит по заслугам. Обещаю тебе. И что теперь? Куда мы направляемся? На севере есть хижина. Там мы будем в безопасности какое-то время. Мне нужно расшифровать твои записи и понять, что происходит. А затем? Вот, я вас всех подключила. Дорога предстоит долгая, и я подумала, что вы захотите поиграть с Анимусом. Ладно, но у меня еще есть вопросы. Что это было там, в сокровищнице? То, что ты видел, подтверждает мои опасения. Нам нужно опасаться не тамплиеров, совсем не тамплиеров. А кто нам угрожает? Солнце? Оно собирается поджарить землю? Вряд ли, но... не знаю. Ходили слухи о том, что магнитное поле Земли слабеет. Сильная вспышка на Солнце может привести к инверсии геомагнитных полюсов. А если это случится, то планета может стать нестабильной. Очень нестабильной. Это похоже на лженаучные теории. Но ведь первую цивилизацию действительно погубила какая-то катастрофа. А эта женщина, как ее там, Минерва, да? Считает, что катастрофа должна повториться. Значит, в любом случае нам крышка. Не знаю. Мы продолжим изучать записи, а ты поройся в воспоминаниях. Возможно, мы что-нибудь найдем. Ладно. Думаю, пора браться за дело. Ну вот, теперь уже точно все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и увидимся уже только в следующей игре. Пока. Все, кого я убил. Важные цели. Да, а тут вообще целая семейка. И где это я оказался? В каком чердаке? Ничего себе. А, это мой дом так преобразился. Да. Именно все так и было. Прощай.